Здравствуйте, с вами Мария Летучая, и вы смотрите передачу «Ревизора Vape Edition». И сегодня мы проверим новый магазин «Папироска РФ» на станции метро «Звездная», улица Ленсоветов, дом 87. Пройдемте внутрь. Для начала проверим магазин на ассортимент жидкостей. Итак, русские жидкости есть. Американские жидкости вроде бы тоже есть. О, даже появилась малазийка. А где же французы? Целый стенд с французскими жидкостями. Ну а есть ли здесь что-нибудь для самозамеса? Так, ПГВГ, ароматизаторы. Ну, неплохо. А есть ли здесь шиша? Вижу, шиша здесь тоже есть. Ну а что же сегодня представлено на дегустации? Сейчас проверим. Вроде бы тоже неплохо. А теперь проверим магазин на наличие атомайзеров. Итак, вроде бы неплохой выбор баков, есть какие-то клирики, большой выбор дрипок, ну и вроде бы есть какие-то расходники. А теперь проверим магазин на наличие модов. Итак, стартовые наборы здесь есть, комплекты тоже есть, моды и больших, и маленьких размеров. Мехмоды здесь также представлены. Что же здесь по зарядным устройствам? Вижу, зарядные устройства здесь также представлены. Есть ли аккумуляторы? Да, аккумуляторы здесь тоже есть. В целом, магазин мне понравился, поэтому сегодня я разыграю 5 призов. И первым призом будет Congertech EVAT Pro. Первый возможный победитель – это у нас Владимир. Увы, Владимир не получит свой приз, потому что сейчас он разговаривает. Кузнецов Александр. Ответь. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, Владимир. Вы были в магазине «Папироска РФ». Я вас поздравляю, вы победили. Может... Что? Да, вы выиграли Congertech EVAT Pro. Приходите в магазин со второй бумажкой, с чеком и с документом, удостоверяющим вашу личность. Что? Все, пожалуйста, мы вас ждем. Так, первый победитель определен. Но чтобы Кузнецову Александру не было обидно, наверное, ему достанется Vatafone Troll версии 2. Алло, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. На Медне вы были в магазине «Папироска РФ». Да, я вас поздравляю, вы победили. Вы выиграли дрипку Vatafone Troll версии 2. Можете приехать в любой день, когда мы будем работать, с документом, удостоверяющим личность, чеком и второй бумажечкой. Спасибо. Все, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Второй победитель тоже определен. Третий победитель – Geek Vape Tsunami 24 мм. Третий возможный победитель – это Александр. Алло, здравствуйте, Александр. Вы недавно были в магазине «Папироска РФ». Я вас поздравляю, вы победили. Geek Vape Tsunami на 24 миллиметра. Можете приехать в любой день, когда «Папироска» будет работать, с документом, второй бумажечкой и чеком. Все. До свидания. Третий победитель тоже определен. Определяем победителя на Vismaker X75. Анна. Алло, здравствуйте, Анна. Вы недавно были в магазине «Папироска РФ». Я вас поздравляю, вы победили. Можете прийти, да, в любой день. С документом, чеком и второй бумажечкой. Что вы выиграли Vismaker X75. Все, поздравляю.
До свидания. Так, четвертый победитель тоже определен. Определяем последнего победителя на набор iStick Pico. Предполагаемый победитель Константин. Алло, здравствуйте, Константин. Вы были в магазине Папироска РФ, я вас поздравляю, вы победили. Вы выиграли набор iStick Pico. Да. В любой день, когда магазин будет работать, с документом, чеком и второй бумажечкой. Хорошо, мы будем вас ждать. Хорошо, до свидания. Все, победители определены. Ну а для тех, кто на открытие прийти не смог, мы решили провести специальный розыгрыш ВКонтакте. Так, определяем победителя. Дмитрий Корякин. Проверяем, есть ли Дмитрий в нашей группе. Так, Дмитрий есть в группе. Проверим, реально ли эта страница. Да, страница реальная, и Дмитрию точно есть 18. Смотрим, сделал ли Дмитрий репост. Да, репост Дмитрий тоже сделан, поэтому поздравляю, Дмитрий Корякин, вы выиграли Vismac RX 200S. Итак, проверка подошла к концу. В целом, за ассортимент магазина я ставлю твердую оценку 5. Продавцы-милашки, хоть немного и стесняшки. В целом, магазин проверку прошел. Ревизора Vape Edition одобряет. Ждите новых выпусков и новых открытий.